Здравствуйте, меня зовут Илья, и сегодня в рубрике «Энциклопедия A-Markets» я расскажу вам о различных суффиксах в зависимости от типа вашего счета. Начнем с того, что каждому типу счета присваивается свой суффикс, то есть обозначение на конце валютной пары. Подробную информацию вы можете прочитать при открытии торгового счета на нашем сайте, пройдя по данной ссылке. Для счетов Classic, Classic Swap Free – это суффикс C, например, Euro USD C, Pfund USD C. Для счетов Direct Market – это суффикс D, например, Euro USD D, Pfund USD D. Для счетов ECN на конце валютных пар вы увидите суффикс B, например, Euro USD B, Pfund USD B. На счетах Direct, Direct Swap Free суффиксы отсутствуют. Стоит также добавить, что для всех CFD на конце располагается суффикс B, например, UCOIL B. А для CFD на счетах ECN это суффикс A, например, UCOIL A. Если после авторизации на платформе MT4 в обзоре рынка вы не увидели нужных вам инструментов либо суффикса, просто нажмите правой кнопкой мыши по любому активу и выберите «Показать все символы».